Здравствуйте, мои дорогие. Тут я что-то придумал. Сейчас, короче, послушаем. Мне уже самому интересно. Придумано было в суровое время, а сейчас вроде уже как love story. Сидишь, водочка, картошечку съел, да? Сейчас чуть-чуть еще сметанка доем и буду отдыхать, загорать. Исенка. Здравствуйте, мои дорогие, да. Еще одна песня, придумал 9 мая, но это даже не песня, а просто как бы попытка сочинять что-то изнутри, из глубиночки. Начну с припева. Это, конечно, прикольно. Счастья, удачи, любви, успехов. Такой вот прикольный ролик.